Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Яноульской 1А. Бутик номер 4. По версии следствия, вечером 28 июня 2017 года 28-летний житель города Нефтекамска пришел в гости к своей матери. В ходе совместного употребления спиртного между ними возникла ссора из-за старых обид. 47-летняя женщина стала выгонять сына. Он взял нож и нанес несколько ударов по телу матери. От полученных повреждений потерпевшая скончалась через непродолжительное время на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, назначен ряд экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается.